Здравствуйте, уважаемые телезрители. Я сейчас нахожусь в самом центре Москвы. Станция метро Арбатская на Арбате. Вот совсем рядом здесь улица Новый Арбат. Вот я сейчас вам разверну, чтобы видно было, где она проходит. Ну, в общем-то, центр Москвы, исторические места. Староарбатский переулок. Плотницкий переулок, Староконюшенный переулок, Малая и Большая Молчановка и другие. Севцов-Вражек переулок. Я не знаю, как получится у меня комментировать все эти вещи. В принципе, здесь места исторические, можно много что рассказывать. Но так как холодно, канун Нового года, вот вы видите, я постараюсь очень коротко снять небольшой ролик. А так, думаю, на Арбат еще вернуться и не раз.
общем, дорогие телезрители, полностью я прошел Арбат от начала, от станции метро Арбатской, вот здесь недалеко станция метро Смоленская, на фоне вот этого английского автобуса двухэтажного. Я решил закончить этот маленький ролик, этот маленький репортаж. Значит, потому что холодно, во-первых. Хотелось бы с вами, конечно, много чем поделиться, своими впечатлениями и так далее. Но, думаю, лучше запишу в следующий раз, когда еще раз вернусь сюда, на Арбат, и будет потеплее. Сопли текут. Вот. И хотелось бы побродить, конечно, по вот этим переулочкам, о которых я сказал. Кривоарбатский, Плотницкий, Староконюшенный. Здесь их множество, в общем, Свияж, Пиражек. Вот. И рассказать о каких-то достопримечательностях, те сведения, которые мне хорошо известны. Вот. Но погода, прежде всего, не позволяет. Вы можете убедиться в этом сами. Люди закутанные. Сейчас где-то минус 15 градусов. Холодно. И утро. В общем-то, еще недостаток времени, поэтому на этом заканчиваю. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До встречи!